Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Ай, не радуйся, зеленый дуб, не тебе зовем бярозку, не к тебе идем к бярозце, зовем бярозку с сосенкою. Обвенчаем Сашечку с Аленкою. Говорят, что на этой неделе в лесах и лугах можно встретить русалок. Да-да, настоящих русалок. Они, запутавшись своими волосами в ветвях березки, пугают и заманивают случайных прохожих своим улюлюканьем и хохотом. На сёмой неделе русалки сядели, ой, рано-рано русалки сядели. Эта неделя так и называется — русальной. И праздновалась русальная неделя либо сразу после Троицы, или накануне купали. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый всем вечер! Рады приветствовать вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Зеленец, весне конец. Так говорили наши предки на русальной неделе. И праздновали они, и встречали лето. Именно в эти дни праздник проходил на природе. Я уверена, что наша Елена, прекрасная и замечательная, порадует нас каким-нибудь новым рецептом. Именно таким рецептом, который готовился для этого праздника. Встречаем Елену! Добрый вечер, Степановна! Добрый вечер, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! А скажите, Елена, какое особенное блюдо, или рецепт, вернее, блюдо, какое интересное вы сегодня нам приготовили? Конечно же, приготовила. И вы знаете, что на русальную неделю особо почитались блюда из курицы и из яиц. Вот самым большим лакомством было вареное яйцо. В это время даже спиртные напитки пили из яичной скорлупы. Ну надо же! Ну а полоцкие хозяйки готовили куриную ножку. Куриную ножку? Так это так просто? Не совсем просто. И вы знаете, я думаю, что нам пора пригласить нашего повара ресторана «Лямус» Евгения, потому что нам нужна помощь. Давайте! Евгений! Здравствуйте, хозяин. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. А не боитесь ли вы русалок? Ну, я даже не знаю. У нас сегодня особый праздник. Да, у нас русалья неделя. Интересно. И блюдо будет необычным. Каким, Елена, назовите? А будет у нас куриная ножка. И дело в том, что это очень непростое блюдо. Оно очень сочное изнутри, хрустящее снаружи и ни одной косточки. И для этого блюда нам понадобятся ингредиенты, которые вы видите у нас на столе. Фарш, мы уже позаботились заранее, и он готовый у нас из мяса курицы. И туда мы покрошили мелко рубленный лук. И, конечно же, тесто, которое приготовлено из кефира, соды и муки. И нам для этого понадобятся соленые палочки или же чипсы из хлеба. У нас все есть? Да, все есть, поэтому мы можем приступать к приготовлению. Ну и, конечно же, мы попросим вас раскатать тесто и порезать его на тоненькие полосочки. Хорошо, так, давайте. Так в чем же основная интрига нашего блюда, Елена? А я думаю, что я буду вам это рассказывать постепенно. В процессе, да, в процессе приготовления. Давайте тогда займу тестом. Пожалуйста. Ну, наша задача, я думаю, наблюдать и, конечно же, развлекать Евгения, я думаю, так, Елена? Да. Смотрите, какое тесто получается мягкое, когда делаешь нежное. На кефире. Ага, вот видите, что? И нужно тонко его раскатать, тоненько раскатаем. Понимаю, да? И нарезать такую вот тонкую лапшу, я так понимаю, да? Да-да-да. Угу. Все смотрим, наблюдаем, не пропускаем ничего. Евгений, а вот интересно, какое соотношение продуктов должно быть вот для того, чтобы тесто было таким эластичным, тонким? Ну, во-первых, когда делаешь на кефире, так, кефир добавляешь и должен ощущать, она будет мягким, и когда перестанет прилипать к рукам, тогда наше тесто уже готово. Уже готово. Вот видите,
Очень замечательно все так. Елена, ну я думаю, самое время нам какую-нибудь такую русальную песню запеть. Попробуем? Для Евгения. Да. На громной неделе русалки сядели, ой, рано-рано русалки сядели. Русалки сядели, на девок глядели, ой, рано-рано на девок глядели. Девочки-сестрицы, подайте водицы, ой, рано-рано подайте водицы. Подайте водицы с холодной крыницы, ой, рано-рано с холодной крыницы. Согласно старинной легенде, в середине июня русалки могли выходить из водоемов и посещать жилища людей. Считалось, что русалки опыляли рожь и способствовали хорошему урожаю. Однако они могли делать пакости и губить молодых мужчин. Поэтому женщины, чтобы задобрить водных жителей, проводили обряд русалья. Традиционно во время праздника молодые женщины и девушки одевались в национальные наряды, ходили по деревне, пели песни, варили яйца. После этого девушки танцевали у костра, имитируя танец русалок, и плели венки, которые кидали русалкам в воду. Венок самой красивой девушки по традиции разрывали на части. В некоторых регионах праздник заканчивался обрядом похорон или проводов русалки. Его участники выбирали самую красивую девушку, украшали многочисленными венками и гирляндами зелени. Затем выводили русалку за село, чаще всего на берег реки. Исполняя особые песни, с русалки снимали венки, гирлянды, бросали их в воду или, если поблизости не было реки, в костер. После завершения обряда все разбегались, а бывшая русалка стремилась догнать и поймать кого-нибудь из сопровождавших ее. Быть пойманным русалкой считалось дурным предзнаменованием. Девочки на Евгения глядели, як ён тут с этим тестом справляется. Вот такие полосочки у нас должны получиться с теста. А полосочки уже не надо раскатывать. Вот они в таком виде уже будут применяться. Нет, у нас уже тесто раскатано. Евгений, а можно ли мне попробовать вот понарезать такие тонкие полосочки? Ну, конечно, получится. Можно. Попробуй. Елена умеет это делать, а я сейчас вот потренируюсь, да? С вашего позволения. Ой, волнительно. Пробовать. На громной неделе русалки сядели, ой, рано-рано русалки сядели. Так, пробуем, посмотрим. О, ну что, где аплодисменты? Ну вот, друзья мои. Так. Ну вот, наше тесто готово, и мне очень приятно, что я тоже приобщилась вот к этому моменту. А я думаю, Елена, может быть, что-то можете рассказать нам про то, неужто на русальчиной неделе все только посвящено русалкам? Или есть какие-то еще особые обряды? Конечно же нет. Есть еще такой обряд кумования. Вот кумование, В этом обряде участвуют только девушки. И во время ворожбы они гадают, насколько удачным и насколько скорым будет их замужество. Традиционным на русалье был девичий обряд кумования. Молодые девушки завивали вершины двух березок, переплетали их между собой. Затем разбивались по парам и проходили под этими березками, обнимались и целовались. Покумовавшись, они становились в один большой хоровод и пели песни. Во время кумовления девушки менялись перстнями, после чего старшая из женщин садилась на землю, а девушки, взявшись за руки, с песнями танцевали вокруг нее. Потом девушки срывались со своих березок зеленые ветки, делали из них венки. Эти венки девушки возлагали себе на головы и несли их таким образом к речке. А когда подходили к реке, все бросали свои венки в воду и по ним ворожили на будущую судьбу.
С тестом справились, а что мы должны сделать с фаршем, Елена? С фаршем мы должны сейчас туда добавить немножечко соли, перца, и затем будем формировать уже куриную ножку. Я думаю, что Женя снова нам поможет сделать фарш. Фарш готов, и теперь мы можем приступать к формированию куриной ножки. Для этого мы берем соленую соломку, закрепляем на нее фарш и затем обматываем ее нашей домашней лапшой. Таким образом фиксируем эту ножку, да? Да. Ну что ж, ну, давайте пробуем. Кстати, мы можем сделать еще куриную ножку и с чипсами из хлеба. Да, кстати, эту пивную закуску мы готовим у нас в ресторане. У нас называется «Завтрак пивовара». Завтрак пивовара. Приступаем. С чего начнем? С соломки, да, давайте, попробуем? Да. Давайте. Я взял две соломки, так, чтобы наша не поломалась. Так будет получше. И теперь будем все это закреплять нашим, да, тестом, полосочки теста. Так, давайте уберем сюда мисочку. Начинаем с ножки. Так. И каким образом это надо закручивать? Ага, как бы внахлёст так немножечко, да, 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 спиралевидным таким образом. Вот, как симпатично все. Нам понадобится еще одна полосочка, да, я смотрю, еще, да? Чтобы полностью обмотать. Конечно. Елена, наблюдаете, все Евгений делает. Конечно. Правильно, да? Женя, получается все замечательно. Ну вот. Ага, так, первая ножка наша уже сформирована. Можем выкладывать на блюдо. А я предлагаю попробовать вот с этими вашими фирменными чипсами. Как они еще раз называются? Завтрак пивовара. Завтрак пивовара. Давайте. Давайте попробуем. Наши куриные ножки практически готовы, и теперь можно приступать уже к дальнейшему приготовлению. Наверное, нужно их обжарить. Оригинальные такие ножки у нас получаются, скажем. Да, действительно, но не просто обжарить, а нужно их пряжить. Это, пряжить, что же другим это такое? Словом, нужно их опустить в горячее подсолнечное масло, но не полностью, а до половины. И когда приготовится одна сторона, перевернуть и приготовить ух вторую ты сторону. Достаточно сложный процесс, я хочу сказать. Да, я Евгений? Думаю, что Евгений справится. Конечно, справится. Ну что же, отправляйтесь на кухню. Все-таки необычный, я бы сказала, таинственный праздник русалья. Да и сами русалки, персонажи тоже необычные, я бы даже сказала, мистические. Ведь встреча с русалкой, она предрекала либо кому-то счастье, богатство и любовь, а кому-то и несчастье. Вот как, Елена, вы скажете? Да, действительно, наши предки верили в это. А еще они верили в то, что если на русальной неделе правильно провести все обряды и с русалками поступить так, как надо, то они тоже никого не обидят. Вот, замечательно. Проведу русалку, проведу, да я синкою заломлю. Каптая русалка по жите не ходила, моего жита не ломила, мое жито дробное, а колосе буйное. Проведу русалку, проведу, да я синкой заломлю.
Провяду русалку, провяду, да я синкою заломлю. По преданию, во время русальной недели русалок можно было увидеть вблизи рек, на цветущих полях, в рощах и, конечно же, на перекрестках дорог и даже на кладбищах. Рассказывали, что во время танцев русалки исполняют обряд, связанный с защитой посевов. Они могли и наказать тех, кто пытался работать в праздник, вытоптать проросшее колосья, наслать неурожай, ливни, бури или засуху. Встреча с русалкой обещала несметное богатство или оборачивалась несчастьем. Русалок следовало опасаться девушкам и также детям. Считалось, что русалки могли увести ребенка в свой хоровод, защекотать или затанцевать до смерти. Поэтому во время русальной недели детям и девушкам категорически запрещалось выходить в поле или на луг. Если во время русальной недели погибали или умирали дети, то говорили, что их забрали к себе русалки. Чтобы от них уберечься, надо было носить с собой резко пахнущие растения – полынь, хрен или чеснок. Провяду русалку, провяду, да я синкою заломлю. Провяду русалку, провяду, да я синкою заломлю. И тем временем блюдо наше готово. Вот какие оригинальные получились у нас куриные ножки. Запах! Ну что ж, сочные внутри, хрустящие снаружи и ни единой косточки, как я и обещала. Ну вы какая-то кудесница, Елена. Самое время попробовать, Елена. Я думаю, да. Давайте. Смачно есть. Спасибо. Вкусно, ароматно. Женя, а вы готовы взять рецепт этого блюда в копилку рецептов вашего ресторана? Очень оригинально получилось, я думаю, обязательно возьмем. Вот, хорошо. Тем более у вас чипсы есть фирменные. Дорогие друзья, я тоже с удовольствием хочу пригласить вас в ресторан-пивоварню «Лямус». Именно здесь вы можете попробовать множество блюд белорусской национальной кухни. А как приятно отдыхать в залах, оформленных в народных традициях. А самое главное, вас здесь всегда ждут. Приходите в ресторан-пивоварню «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.